Thank you.
Когда пал могучий титан и ужас объял армии судьбы, жрецы-демоны из храма в крови устроили ловушку на палача Рока. Не удовлетворившись даже победой над Великим, искал путника до новых жертв в гробницах кровавой твердыни. И зашел в ловушку, ослепленный рвением своим. Обрушили жрецы храм на палача Рока и погребли его, побежденного, под проклятым саркофагом. Печать палача Рока была выжжена на его гробнице. Предупреждение всему аду, что не должен быть никогда освобожден ужас, что сокрыт внутри. Там и лежит он, недвижимый в безмолвных муках.